Так, как нарисовать зиму? Так называется стихотворение Юрия Левитанского, на которое Геннадий Гладков написал музыку. Ну вот зима, и чтобы ясно было, что происходит действие зимой, я покажу, как женщина купила на рынке елку и несет домой, как вздрагивает елочки на тело у женщины над худеньким плечом. Но женщина здесь, впрочем, ни при чем. Здесь речь о елке, в ней-то все и дело. Итак, я покажу сперва балкон, где мы увидим елочку стоящей, как бы в преддверии жизни предстоящей, все ожидание близких перемен. Затем я покажу ее в один из вечеров рождественской недели, все в блеске мишуры и канители, как бы в полете всю и при свечах. И, наконец, я покажу вам двор, где мы увидим елочку лежащую среди метели, медленно кружащей в глухом прямоугольнике двора. Пустынный двор, елка на снегу. Скорее, чем календарь нам обозначит. Что минул год, что следующий начат, что за безумной этой кутерьмой. Ах, боже мой, как время пролетело. Что дни, хоть и длинней, да холодней, что женщина, речь здесь не о ней. Здесь речь о елке, в ней-то все.